Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Гренни. Бабуля Пердуля, и мы сегодня вместе с ней будем делать кое-что очень сложное. Сейчас я впервые за всю свою историю игры в Гренни попробую сыгрануть на экстриме. То есть именно реально сыгрануть, не просто побаловаться там как обалдуй, а именно сыгрануть. Я не знаю, конечно, что из этого выйдет. Цель у нас сегодня пока только минимальная. Нам нужно закинуть Мишку и сделать слендерину с Мишкой, там все дела, чтобы бабуля у нас была на экстриме. Но это, ребята, впервые для меня, будет очень сложно. Мне 100% сейчас понадобится либо дробаш, либо арбалет. По-другому тут просто невозможно, черт возьми. Так что давайте пробовать. У меня есть всего лишь 5 жизней. Больше мне никто не даст, если только я соберу картину, но этим заниматься точно нет времени на экстриме. И вообще это сделать на экстриме нельзя, в принципе. Так что собрались. В общем-то, берем все силы в кулак и давайте тащить. Кстати, еще все это будем делать вместе с модом. Это все еще будет вместе с модом. Да, сложновастенько будет мне. Все темным, темно, ничего не видно. Все скрипит, бабка двигается как сумасшедшая просто. Ну что, хардкорчик, ребятки. Самый настоящий хардкорчик. Ну тут надо еще внимательно очень все это слушать. Так, проверяем. Ладно, все взяли и сматываемся. Потому что тут эта ерунда скрипит, она сейчас как сумасшедшая. Такая тра-тра-тра-тра сюда прибегает, как сороконожка там супербыстрая. Ух ты. Там батарейка была для главного входа, да? Окей. Ну, точнее, выхода здесь уж больше. Вау, что-то с этой стороны так красиво. Стой. Чё? Серьезно? Чё за решетка на экстрим? Алло? Офигеть. Это так и должно быть? Я не знал просто. Жесть. Походу, сегодня мы не соберем, ребят, ничего. Я просто себя обрек. Но тут вот есть эта вещь, да? А чё так сложно? Ну, погнали, короче, мы скинем хотя бы немножко. Вот сквозь решетку-то можно же скинуть, наверное, как-то. Ну, что-то вообще жесть, я не знал про нее. Тихо. Ага. Надеюсь, я забрать смогу сквозь решетку. Сейчас попробуем. Это будет очень жестко. Офигеть, ребят. Я в офиге сижу на самом деле. То есть это для меня неожиданно. Я реально на экстриме, я не смотрел ни одно прохождение, ничего. Я вот не знал. Я это впервые вижу, черт возьми. Ну, жесть. Ладно. Собираемся. Это все ерунда, не обращаем внимания. Все отлично. Сейчас, короче, бабуля у нас на улицу вроде как вышла. Мы попробуем что-нибудь сделать, конечно. Но там все это скрипит. Что-то, блин, это ерунда вся. Это жесть будет. Еще же она только на несколько секунд вырубается. Вот в чем проблема. Ох, ё-моё. А тут-то что скрипит-то? Все, выехала бабка сюда. Ха-ха, бабуся. Здорово. Чё? Она, кстати, как-то подбирает же Мишку, если честно. Сейчас посмотрим, как... Ё-моё, да она просто прилетела сюда. Вон она. Убьет сквозь стенку, интересно. Забери свою Мишутку, дурочка. Ага. Все. Сидим, не двигаемся. Ну, по идее, я так потихоньку-потихоньку могу продвинуть, куда мне надо. Но ты, бабка, конечно, жесткая. Тихо, ты меня видишь, что ли, или что, не понял я? Потно. Очень потно, ребят. Экстрим, представляете? Это самая жесткая сложность. Тихо. Вали давай отсюда. Красотка. Хе-хе. Валит бабка. Бабка валит. Сейчас тут еще раз проскрипит, да и все, придет обратно. Проблем-то. Ну что за решетка вот эта снизу? Я в офиге. Это очень сложно, если честно. Надо было мне, наверное, на харде для начала попробовать, а потом уже на экстрим прыгать.
Для меня это очень сложно будет. Ну, фиг знает, она там 3 года сейчас уходить будет. Тихо. Ой. Я мистер Беспалевность, я знаю, спасибо. До свидания. Сейчас она прибежит сюда как сумасшедшая, 100%. Я просто мистер Беспалевность, у меня других слов нет. Я еще надеюсь, что сейчас, когда я обойду, я смогу взять эти части. А нет, подожди, она даже не пришла. Нормально. Где она? Тут, что ли, прям где-то? Так. Я капкан очень рядом слышал. Но она-то меня видит очень хорошо. Тихо. Ой. Прячемся. Сейчас прибежит же. Капкан, блин, там остался. Она прибежала сюда, как бешеная. Надо было мне там подальше залезть сюда. Чё? Чё за... Там капкан сам 20 раз ставится или чё? Офигеть. Это еще, кстати, все без читов, ребят. Это жесть. Бабка очень потная. Мне кажется, я зря, конечно, рискнул так экстремально все это сделать. Тихо, заныкаемся еще, чтобы вылезти там поближе. Сейчас глянем. Че к чему. Я бы мог ее забагать, в принципе. Это тоже не проблема. И где она? Это уже вопрос. Так, берем. Надеюсь, она где-то внизу. Все, погнали. Работаем очень быстро и качественно. Привет. Ща, все сделаем. До свидания. Все, норм. Работаем офигенно, качественно, быстро. Неплохо. Почему она именно на шум прибегает быстро, понимаете? А так-то она бегает, ой, ходит, точнее, очень медленно. Прям жесть какая-то. Да и вообще сюда не собирается идти. Зашибись. Или идет все-таки? Я не понял прикола, алло, бабуль. Ты там застряла, что ли, где-то? Походу, да. Так, ну ты вазу подбери тогда. И бросай еще раз. И ныкаемся. Ну сейчас должна прибежать, давай. Ждем. Очень сложно, блин, на экстриме, ребят. О! Да она просто как танк сносит все на своем пути. Норм, уронила удачно. Я не поскреплю, когда все это буду брать. Занимаюсь, конечно, ненужным сейчас на самом деле. Но как-то бабку отвлекать все-таки надо. Как-то ее отвлекать все-таки надо. По идее, что я могу сделать? Я могу, короче, схитрить на самом деле, уронить здесь эту ерунду и сам оттуда вон туда упасть быстренько и спуститься в подвал. И по кухне пробежаться тоже немножко. Но там тоже, может быть, погреб перекрыт как-нибудь странно. Фиг его знает. Эта бабка, она все может на самом деле. Это очень опасно. Ну, вроде никого. Погнали, посмотрим, что у нас тут интересного. Но это нам в любом случае надо было открыть. Потому что все-таки, ну, сами понимаете, слендерину-то надо вызывать. Валим. Ждем бабку. Сейчас прибежит. И сразу прыгаем и несемся просто в подвал. Просто несемся. И че, где она? Ой-ой, куда ты сам пошел? Давай еще раз. Все, погнали. Ой, ребят, работаем. Очень быстро. Все норм. Подожди, эту ерунду надо убрать сразу. Че, вот за клетка это непонятно? Это вообще жесть для меня, если честно. Она уже там. Офигеть. Она меня может вырубить. Там арбуз, да? Не то, что нам нужно на самом деле. Тихо. Угу. Для ружья здесь приклада нет. Ну давай, короче, мы схитрим кое-как. Попробуем ее закрыть, что ли, здесь как-нибудь. Смотрим.
Ох ты, блин, багажник открыл, дурак. Тихо. Норм. Все. Пошумели, все дела. Теперь давайте дособирать. Отлично. Моя теория все-таки работает в этом плане. Надеюсь, она сдохнет. Все, отлично. На 15 секунд, черт возьми. Это жесть какая-то. Ну, сейчас придется ее почаще так делать, чтобы каждую вещь, короче, так. И вот так вот придется. Это офигеть, как потно. Надо эту ерунду закрыть. Все, она уже должна появиться. По идее. Успел? Да, успел. Она снова идет. Нормас. Здрасте. До свидания. Ой, она сейчас выйдет. Она слишком удачно встала для нее. Черт. Сейчас она вынесет дверь. Я уверен, просто вынесет. Она встала как-то по-другому. Так, здесь ничего не... А нет, смотри, умерла. Норм. 15 секунд у меня есть. Где ресивер? Отлично. Она может снова здесь появиться. Мы сейчас еще раз ее тогда затроллим. Фух, ребят, вот на экстриме все это использовать, это очень важно. Просто крайне важно. Как я еще буду успевать этот, как его, все остальное делать, ну то есть там разбираться с бабулей, все дела, с Ландерину там брать. Это, наверное, вообще жесть будет. Тихо. Она же появилась в подвале снова. Да, смотри, смотри, смотри. Красава, бабуль. До свидания. Хе-хе, пока. Удачно отдохнуть. Я погнал. Так, идем на улицу. Сейчас там быстро-быстро развлекаемся. Ну, блин, можно, конечно, еще ее потроллить, по идее. В эту баньку позакидывать. На 15 секунд она отдыхать ложится. Вот. Она снесла дверь, да? Серьезно? Нет, мне показалось, или она все-таки снесла дверь? По звуку было так. Если честно. Офигенно. У меня нет слов. О, weapon key. Ладно, это лучше на самом деле. Дробаш даже собирать не придется. Сейчас мне придется все обходить, конечно. Давай проверим, она реально походу выбила баню. Да, вот смотри. По-моему, реально выбила. Сейчас проверим по фасту. Быстренько, быстренько. Здесь ничего не шумим. Если это так, это... Серьезно, вот гадина. Паршивая гадина просто. Офигеть. Она сейчас выбежит сюда, прибежит. Это жесть будет. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, бабуся. Расслабься. Все, готовимся. Фух, вырубил. Уйди отсюда. Да уйди, блин. Это очень потно будет, ребята. Блин, надо за это время, пока она, короче, здесь, надо Мишку переносить потихоньку. Вот она сейчас снова придет. И я буду Мишку все дальше и дальше. Вот так вот получится. Она вроде идет. До свидания. Быстренько Мишку берем и дальше переносим. Она просто может в любой другой комнате появиться. Это вот опасно. Хотя, может, я успею. Погнали, попробуем. Ой-ой, ребята. Если это получится, это будет жесть. Тихо. Она сюда придет за Мишкой? Это вопрос. Это вопрос, потому что непонятно, прибежит или нет. Можно бабку здесь вырубить и сделать бабулю вместе со Сландериной. Это будет жесть.
Это просто будет жесть, ребят. Я сам от этой серии не ожидал того, что у меня получится. По идее, не так уж и потно. По сути-то. Где она там? Вот черт его знает. Тут темнота темнотенная просто. Я не знаю, когда я смогу пройти на экстриме. Ладно, сейчас мы ее обманем кое-как. Как обычно, шумим. Сюда ныкаемся. И потом прыгаем и за арбиком. Берем арбалет и просто валим. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Черт. Норм. Работаем. Хорошо. Арбалет есть. Тихо-тихо, сам не ходи. Забирай, пожалуйста, я тебя прошу, не лагай. Ё-моё. Ждем бабку. Все, ждем ее здесь. Сейчас валим. Ух, блин, я думал, я промазал. Тихо. Все, погнали. Сейчас делаем бабулю вместе с Ландериной. Это будет топчик. Ребят, пожалуйста, ставьте лайк за такую серию. Это было очень тяжело. Но я справился все-таки. Так, надо будет ее еще как-то позвать сюда. С помощью вазы слишком опасно. Ладно, манекен пойдет в помощь, я думаю. Но должна уже была появиться, по сути. Еле-еле видно вот эту вот паутину. Ерунда. Погнали. Иди сюда. Бабуся. Беги-беги. Ты где там? Она пропадает сразу. Офигеть, просто мгновенно пропала. А, я баг сделал. Я баг сделал в настоящей версии. На экстриме еще, прикиньте. Офигеть, все, она сейчас зависнет навсегда. Это подтверждение того, что получилось. Смотри, давай проверим даже. Даже проверим, ребят, сейчас. Но нам умирать нельзя, потому что это второй день. Если это и на экстриме работает, то просто забейте. Будет страшно, конечно, сейчас она вылезет. Но походу сработало. Ха-ха, бабуся, здорово. Как тебе такой разворот событий? Ай-яй, кому-то очень не нравится то, что я делаю, да, бабуль? Ай-яй-яй, блин, ребята, это на экстриме мы сделали. Я просто сам не подумал, я случайно это сделал. А вот сейчас вот с этим у меня вопрос. Давайте попробуем с помощью дробовика это сломать. Это же как-то, ну, должно ломаться в любом случае. Все-таки раз я бабулю смог забагать. Ну, все мы сделали, в принципе, без бага. Так что заморачиваться смысла нет. Все как у нас было по правилам. Просто я вам хотел, конечно, доказать в отдельной серии. Ну, ладно, у нас тут прям получилось. Это офигенно. Что могу вам сказать? Это реально просто офигенно. Ну, наверное, дробовиком это должно проламываться. Все-таки уж больно тяжело, когда вот этот вот проход перекрыт. Либо с этой стороны я должен сам-то пробить. Просто я не знаю, если что. Я ни разу не пробовал, не смотрел, все дела. Как бы так что... Вот, ну, просто у меня нет понятия, как там надо это убирать все. Ну, дробовиком логично, наверное, не знаю, сейчас проверим. Может, просто сюда надо проломить? Нет. А, нет, это вообще не ломается, видимо. Ну, вот так вот сквозь можно, в принципе, вещи отдавать и забирать. Все окей будет. Ну, ладно. Вот такая вот получилась крутая серия, друзья. С Ландерину мы намутили. Пишите в комментарии, будем ли пробовать проходить игру на экстриме. Будем ли с багом, без бага. Ну, кажется, тут без бага будет вообще, походу. Ну, постараться надо будет просто нереально. Это просто жесть будет, серьезно, без бага. Но по сути, если ты хорошо пользуешься и арбалетом, всей этой ерундой, то кажется на изи. Я вот сколько ее с банькой троллил, дробовик собрал шустро-шустро. Все окей, в принципе, было. Но впервые я с бабулей связался на экстриме. Она меня же еще даже ни разу не вынесла сегодня. Вот в чем прикол. Это, ну, очень радует, серьезно, то, что все-таки я от такого маленького скилла, там, блин... Было изи постоянно, нормал. Я вот смог и на экстриме сразу с бабулькой повеселиться и мишку намутить. Мне кажется, тоже не каждый сможет. Ладно, ребята, спасибо огромное за просмотр. Я очень надеюсь на ваши лайки, комментарии, подписки, колокольчики. Всем огромное спасибо, всем удачи и пока-пока.